Угловой, справа фланга, подает бельгийцы. И вот Марисима. Вне игры нет. И опять Марисима. Офсайда нет, выход один на один. И 2-2. Держали линию вне игры, но пропустили прорыв. И уже счет 2-2. Но я вам говорил, что ничья-то в этом матче в пользу сборной России. Перевел дух Васеш. Перевел дух. He lifts it in beyond Narazaki, and the whole of Japan is stunned. They thought they were on their way to a win. It's 2-2 now, and great credit to Belgium. They've not laid down and died. They've come right back, and a level again in the match.